Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Portal 2. Итак, мы продвинулись уже куда, не помню. Ну, сейчас зато вместе будем вспоминать, как шастать по пространству. Новости. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. А куда ты пошла-то? Эй, сверху! Жив! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм, вырубил его, я... Птица! Ну? Окей, это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца, разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю. Надо только придумать, как. Как сбежать? Как ты яйца кинул? Это она! Продолжай тест, ты помни, ты меня не видела никогда! Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Убила даже его. Так. Как мне тебя поймать? Ага, нашел. На. Как мне тебя? Блин, так. Тут нету ничего. Так, это желтый. Опа-на. Так, это я где оказался? Угу. Так, желтый есть. Теперь синий надо. Давай-ка вот так. Вот так. Угу. Да это мы поняли, что поднять надо. Так, поднять-то мы подняли. Вон туда нам надо. Пойдем. Вон туда. Нет, не бросай. Не бросай. Так, вот. В принципе. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Ага. Хорошо, справилась. Ладно. Относительно. Что относительно? Очень даже хорошо. В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. Отключаюсь.
Вот так вот. Еще бы ты меня винила. Так. Прошла успешно активация ваша. Куб. Так, ладно. Блин. О. На. Так и с тобой также можно поступить. Вот так вот. Просто превосходно. Так, конкурентов мы убили. Еще один поиск. Карась. Ой. Кубик, Рубик. На. Дай-ка я еще один возьму на всякий случай. Вот так вот. Нет. Эй. Это куда, в межэтаж я попал? Это поди меня шар этот ведет мой. Чтобы поддерживать непрерывность испытаний, я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Превосходно. Так. Я не совсем понимаю, как это должно работать, но давайте посмотрим. Все, вот так вот сделаем. Ты помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрешь лет через 60. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее, запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Клизма, что ли? Главное, что это подарок. Ну, душ Шарпо, что? В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не мое мнение, так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально, а в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Так... Вот ты где.
Да стойте. Блин. Сейчас маленько по-другому сделаем. Мне просто интересно, смогу ли я... Так, это синий. Это красный. Время спать. Понятно. Привет. На помощь. Я тебя украл. Вон там будешь. Так. Ай-яй-яй. Блин, блински. Они ведь меня ждут. Так. Блин. Надо было чуть ниже стрельнуть. Чуть ниже стрельнуть. Ага, тогда я сам не прошел. А нам вообще надо будет? Так, сам сюда вот прошел. Вот так вот вроде бы. Должно хватить. Ага. И... Так. Вот ничего себе. Так, что-то маленечко я. А как мне туда-то попасть? Вот так. Вот так и надо было попасть сюда. Так, спокойно. Вы мне ничего здесь не сделаете же. Так. Просматривала список испытуемых в криогенном хранилище и нашла двух с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. Интересный. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. Здорово. Прекрасно.
Давай. Здорово. Так, это я заберу. А вам я дам. Вот так. Ну давай посмотрим. Так, а если... Еще раз пробуем. Напрямки уходит. Так. А как мне сделать? И вот так вот и сделать. Точно, я же даже вторую куплю не заметил. Сейчас будем их жечь. На. Все. Вот такой я молодец. Кто мычит? Не мычите, я прошу вас. Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Ну ладно, начнем. С простого. Что-то я маленько не совсем понимаю, что это, ну-ка. Йоп. Надо. Так. А есть где-то еще один такой же куб? Еще такой уже куб взять. Блин. Так, ладно. Есть один вариант. Пойдем. Так, какой там? Синий.
желтый. На. Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Да. Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Я думал, я уже там. Я так волнуюсь. Все твои микросхемки прямо таки радуются. Глава 4. Сюрприз. Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну хватит. Если это тебе поможет. Тебя бросили при рождении. Так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Так. Смотрим, что мы тут имеем. Ой. Так, а что мне надо сделать? Так. Ого-го. А где кубик-то? Так, эта дорожка мне надо будет, чтобы только дорожку вести. Вот так. А здесь-то как? Так. Место есть. Вау. Здорово. А как мне до этого места добраться? Как мне до этого места добраться? Думай, думай. А вот так и добраться. Сначала жмем кнопку. Так. Падла, мне тебя никак не убить, да? Так. Еще разок пробуем. Давай еще разок. Ага. Все. Теперь я.
Тихо. Вот так. Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки и, конечно же, оставляем ваши комментарии. Пока!